Доброе утро, Зарина, доброе утро, дорогие наши телезрители, с вами рубрика «Читающая нация», и сегодня в мои руки попала замечательная книга с авторством Джорджа Мартина «Игра престолов». Я уверен, уже многие из наших телезрителей успели посмотреть сериал, снятый по мотивам данного произведения, ну а сейчас давайте же поговорим немного о данном труде. Джордж Реймонд Ричард Мартин – современный известный американский писатель, фантаст, сценарист, редактор, лауреат многих литературных премий. В 2011 году журнал Time включил его в свой список самых влиятельных людей мира. Перед вами величественное шестикнижие «Песнь льда и огня», эпическая чеканная сага о мире семи королевств. «Игра престолов» — это суровые земли вечного холода и радостные земли вечного лета. Это легенда о лордах и героях, воинах и магах, убийцах и чернокнижниках, которых свело вместе исполнение древнего пророчества. Это история о таинственных воителях, которые сражаются на мечах из неведомого металла, о невероятном племени, которые повергают своих врагов в безумие. Это сказание о жестоком принце драконов, который готов на все, дабы вернуть свой утраченный трон и сына, который блуждает в мире между жизнью и смертью. Это трагедии и предательства, интриги, победы и поражения. Это игра, в которой ставки высоки. Роман получил всеобщее признание со стороны критиков. Он был удостоен премии «Локус» за лучший роман в жанре фэнтези. Спустя 15 лет после публикации роман достиг первого места в списке бестселлеров газеты The New York Times. Обозреватели положительно восприняли смелое нарушение классических канонов жанра и разрушение литературных стереотипов, проработку персонажей и интригующий сюжет. Всего было продано более 1 000 000 экземпляров книги. Роман был экранизирован в рамках первого сезона телесериала «Игра престолов». Уважаемые телезрители, экранизация данного произведения все-таки говорит о многом, но все же советуют сперва прочитать книгу, а лишь потом смотреть фильм. С вами была рубрика «Читающая нация». Читайте, будьте начитанными и будьте всегда в моде. Зарина, передаю зрителей тебе.